Еще раз, знаете, даже меня какая-то гордость охватывает, что этот препарат входит в список 100 лучших изобретений России. Соответственно, давайте мы сейчас вот более подробно эту тему поднимем. Для кого рекомендуете в первую очередь этот препарат? Ну, для всех женщин, у которых есть проблемы с менструальным циклом. Угу. То есть и вот фемоклим как раз и создан для нормализации менструального цикла у женщин. Вот, то есть этот... Он способствует, продляет молодость женщины. То есть мы сторонники того, чтобы женщина оставалась женщиной как можно дольше. Да. Ну, я не знаю, стоит это говорить в эфире, но у нас даже, говорю, главный маркетолог, этот, как сказать, родила четвертого. Ого! Это вот так, это препарат так поспособствовал, да? Да, то есть это... Какая интересная вещица. Давайте, да, поближе посмотрим. А что входит в состав вообще, что он так работает? Ну, состав этот, входят те травы, которые нормально нормализует гормональный фон женщины, угу. То есть не гормональными средствами. Но есть такое понятие, как... Не вот гормональными это... средствами. Да, не гормональными средствами. То есть это фитоэстрогены, то есть травы, которые содержат, ну, как вот соя, то есть эстрогены. То есть это широко известный как клевер, это от солодка, шалфей. Шалфей вообще очень интересная трава, то есть это донатор фитоэстрогенов, молодость, улучшает память, цвет кожи у женщин. Вот этот... И это трутневый расплод тоже входит, вот как и молодильное яблоко. И вот это сочетание, оно позволяет вот убирать то, что вот в основном мучает женщину в период вот наступления менопаузы, это вот приливы, отливы, как говорится. Вот. То, что когда, вот говорю, 20 раз в день оденься, разденься, спать не можешь, работать не можешь, настроение никакого. Ну вот, а по-вашему...